И всем привет! Этот тестовый Ой, блядь. Херовое начало. Короче, это тестовый сервер версии 1.9.0, как я понял. И разработчики тут обещали нам несколько изменений. Первое, это новая система прицеливания в бою, посмотрю. И там что-то можно будет подкрутить с чувствительностью. Тут так надо держание цели включить. Музыку выключить. Что-то там можно будет прямо в бою подкрутить чувствительность. Дальше обещали ребаланс гидры. Я хз. Типа она будет на 60% быстрее отстреливать свой боезапас. Также механику новую получили. Ну как, уже они вводили это. Панишеры и молоты. Как средние, так и легкие, они будут после 3 секунд непрерывной стрельбы увеличивать свою скорострельность. Так, а почему у меня тут улучшить молот до 2 уровня? Интересно. Это что за... А, мне продали бракованный молот. Сука, мне продали бракованный... Я что-то даже не посмотрел, когда покупал. Как мне продали необнутый молот? И что за фигня? Нормально. Почему он 11? Давай уже 12. 387. Блин. А чё надо все оружие улучшать? Я и смотрю, что-то у них урон маленький. И роботы будто не прокачаны. Но это тоже стоковый урон. Стоковый урон. Какие 103? Блин, походу надо, короче... Если молот только улучшается, надо молоты все купить и поставить. Потому что чё? Тут и у Магнума 640 урон. И у Аркана 730. И всё стоковое. И скорости, смотрите, изменили. И у Рина 17 максимум написано. Не знаю, может ему ребаланс сделали скоростей. Смотрите, исправили описание, написали плюс 100%. Раньше было написано плюс 50% и скорость была 25 в щите. А сейчас уже вот написали плюс 100%. Так. Ну тут и голему скорость изменили, 32 в максимуме написано. Может это баг? Неправильно. У Галахада вообще полтинник вроде было. А у этого 42 и у Бо 42. Так, что-то может еще улучшиться у меня. 71. Что за фигня? Так, ну и там еще то, что огнестрельное оружие будет наносить больше урон по щитам из нового. Короче, надо уже в бой, а то люди начнут смотреть. Скажут, где бои, что за ангар. Особенно иностранцы, которые не понимают меня. Сейчас в бою, походу, и разберемся. Так, освещение поменяли, что ли? Ну, сначала начну с пушка. Я не смогу стрелять. Я не смогу стрелять. Открыть огонь. Награда будет нечистена. Это типа чувствительность, да? Вот какая чувствительность стала, действительно. Бля, как ходить так?
Не, реально робот очень медленный. Шутки шутками, а скорости реально. ППЦ. Бля. Ой, нет, не хочу робота менять. Что-то вообще от них толку нету. Ну то, что так быстро отстреливает, это конечно круто. Наверное. А! Так роботы реально стоковые. 69к хп. 69к хп. Все на стоковых роботах. А у меня два молота, короче, есть топовые. Короче, тут походу в тесте сейчас будут рулить эти молоты. Блин, и вот еще бы сделали перезарядку. Вот мне сейчас надо кого-нибудь поймать в захват, чтобы один раз стрельнуть и перезаряжаться. Иди. Ой, а он там с Зевсом что ли? На турка того выбить на фуре. Эй, да вы чё врезаетесь-то, блядь, тупые ракеты. Так, тот походу на маяк пошел. Надо того вырубать. А, это паучок. Бля. А прицел? А, вот, кстати, прицел. Я забыл совсем его тестить. Не переключался долгое время на этого. Вот сейчас смотрите. Переключаю. Прицел переключается. Вот сейчас не переключается прицел. Хотя я нажимал. А в тестовой версии он бы на всех подряд сейчас будет клацать.
мне спиральки его не пробивает. Вот сейчас я буду переключать. Я цель захватил, тапаю, и он это, ну как бы, видите, не переключает. Между двумя переключает. Нормально, очень удобно. Так намного лучше. Сейчас между тремя, нет, между двумя рядышком. Блин, щит там, походу, все прибыло. Так, он что там, Галаха, да, который что? Вот молот и срубает мощно. Надо, короче, ставить паттерны с четырьмя молотами, чтоб тут нагибать. Но так особо не потестишь. Так, ну и сколько урона на стоковых гидрачах? Ну, гидрачи из такой... Ну, в принципе, на уровне с остальными. Можно было получше, просто иногда в щиты попадал. В принципе, гидры ждет жизнь нормальная. С такой механикой быстрой. Блять, это жестко будет. Так, но хрен с ними, с гидрами. Так, никак улучшить нельзя, да? Может, можно еще какое-нибудь оружие улучшить? В общем, сейчас я немножко с ангаром поколдую и запишу. И запишу следующую часть. А. Так, вот, в общем, я изменил ангар, поставил паттона на молотах и дестройера. Я поставил гепарда, потому что там три слота легких. Но, блин, не хватает голды, всю потратил случайно. Не знал, что мне понадобится гепард. Вот, как я понял, только что, короче, бой сыграл, записывал, но потом телефон перезагрузился, и опять нихера видео, ебать его в рот, не сохранилось. Ну, в общем, тема такая, что все стоковое, кроме молотов. Молоты можно улучшать. И мне, сука, попался пидрило, который решил поиграть на тестовом сервере, понагибать, потому что, сука, на боевом сервере у него нихуя не получается, из клана XL на андроиде. У него, блин, три паттона на молотах, гепард на молотах и, сука, Лео с Зевсом на молотах. Заебись. Пять роботов с молотами. Решил потестить тестовый сервер, но нормально. Единственное оружие, которое в топ вкачивается. И он всех пяти роботов на них и забабахал. Нормально, пацан. Он думает, что он, блядь, такой крутой. Понагибает сейчас на тестовом сервере, сука. Блядь, повезло им, что они, сука, иностранный клан. Я, блин, там попытался на английском ему выразить, записать мое мнение о нем. Но, блядь, как я уже сказал, телефон перезагрузился. Но я там минуту ему говорил по-английски, что я о нем думаю. Ну, сейчас уже нет смысла это повторять. Если он мне попадется, конечно, я это повторю.
Так, ну вот суть теста. Я вам еще не показал на видео. Я попал, кстати, на Dead City тогда. Я там просто всех в хламину карнажей разнес, блин, на молотах. Потом дестройером. Короче, вот сейчас рулят, блядь, только эти молоты. Ну, именно на тесте. А, ну и, кстати, я чувствительность сделал самую... Вот самая максимальная, допустим, чувствительность, да? А вот, бля, самая минимальная. И мне как-то на ней более удобно целиться, кажется. Опа, рогаточка. Блять, сука, на меня прыгает. Давайте уничтожать рогатку еще. Блять, я столько в него стрелял. О, нихуя урон прошел. 5 секунд перезарядки осталось, урон только прошел по нему. Сука. Блять, задрот ебаный. Так, ну попробую новую механику на Галахаде все-таки. Хоть тут и это. И не очень все прокачано. Эх, маяки еще брать на этом тесте. Блять, не успел уйти на 350 метров, сука.
Блин, они уже рядом-то. Блять. И сука, и где вся команда? Ну, блять, ну просто команды опять нету, блять, ебучей, сука, этой ебаной команды, блять. Чё, очко? Ну ты чё хочешь-то? Долбоёбы, блять, я ебал. Ай, сука, конченые долбоёбы. Опять никого в команде нету. Нахуй вы, сука, пилотки ебаные в бой заходите, блять. Сука, долботрахи. Так, в очередной раз у меня перезагрузился телефон. После второго боя, но благо я успел остановить запись там и уже в ангаре, когда я там меня пригласили, в общем, в клан, я там написал кое-что в чате этому пацану. Ну и сейчас вы поймете. Вот он. Them on life. Вот, в общем, меня пригласил в клан XL тот парень, о котором я вам говорил. Он играет чисто на молотах на тестовом сервере. Решил потестить. Вот он так вот тестит все, что разработчики, блин, вводят. Нормально, красавчик. Одни молоты, одни сплошные молоты. Даже гепард. Ну, я бы тоже так сделал, конечно. Вот, сука, пескодрот. Я ему написал то, что он трус долбаный. I'm them on life, I'm learning it. Что? Ай, хуй, короче, с ним. Пошел он в жопу. Меню клана. Выйти, нахер этот мне пидор сдался. Так, ну и... А у меня там чё? Я вроде один бой просрал. Какой, блядь, два боя просрал. Из трех, походу. Ну да, сейчас два... Первый бой выиграл, два проиграл. Один не записался, один вот сейчас записал. Вы его должны были только что смотреть. Блин, все это монтировать придется. Главное не запутаться в частях. Они, блин, хер пойми, как сортируются, когда их монтируют. Так. Не знаю, сейчас, наверное, если меня будет бомбить, то в видосе я уже этот... И этот, как он называется, забыл. Короче, ускорю эту часть уже с этого момента и включу голос Бурундука. Буду как-то, короче, изменён голосом. Кому-то нравится такое слушать, ну, в принципе, прикольно звучит. Особенно, когда бомбит. Сам люблю такие видосы посмотреть, поржать. Так. Ну, для начала всё-таки патно, но потом, не знаю, можно будет побегать
на этом, на Шульце с Тандером. Я сначала смотрел на скорости роботов, подумал, сделали их ребаланс. В принципе, вот так они в стоке. Так было бы неплохо в топе, и арканы бы попадали нормально, зависело бы от скилла. В принципе, легкие роботы и более-менее средние, быстрые, смогут уворачиваться от арканов. Ну, там кемпер. Я даже сначала обрадовался, но потом понял, что тут тупо все стоково. Поэтому, блядь, скорости такие. Опа, СНС Гидры убили. Ух ты, сука. Не надо лучше зайти. Пацан, ну ты захвати, блядь. Там. О, красавчик, сейчас я буду снести твои щиты. Переключайся, вот смотри, стреляй, не переключается. Блять. Так, надо опять шевелиться. Лина, давай как бы ты это, танканёшь, блядь, сверху, сука, долбоёб. Блять, он упоротый. Ебать он тупорыл. Ладно, попробую, короче, Шульца. Ну, блядь, чтоб этот левый разрядился для начала. Ну что, у меня задалки нахуй не снесет даже столько им. Блять, ну сука, ну это пиздец, долбоёбы ебаные. Блять, вы хули там вдвоём, блять, не можете одного, сука, прибить, блять, дебилоиды. Сука, ебаный, сука, вы Лео, блять, дошёл на центр и дрочит там, блять, уже, сука, полбоя, блять. Эти уебаны, сука, блять, заходили справа. Не, чтоб, сука, отвлечь, я, блять, сука, на Шульце Сандера бы его размотал, блять, за секунду. Не, блять, сука, они долбоёбы дрочат, блять, там нахуй. Педики ебаные. Меня, блять, снизу, блять, убили этот уебан, сука, карножист, блять, ебучий. Долботрахи, сука, тормозы, блядь, сука, блядь, нет слов, блядь, на них. Ваш бы телефон, блядь, въебало вам кинуть, блядь. Въебали, сука, тупорылые, блядь. Такой, сука, момент был, не, чтоб нормальный тимплей, блядь. Они заходят с одной стороны, я с другой, разматываем всех по изи, блядь, вообще. Нет, они, сука, даже не додумались нихуя сделать нормально. Карнаж, блядь! Карнаж, сука, давай твой выход, блядь, придурок ебаный! Карнаж ебанутый, блядь! Пидрё, сука, карнажеская, ты, блядь, тормоз, он, блядь, три раза на меня вышел, блядь! Ну, сука, конченый, ты два раза меня подставил, уебан, блядь! Просто два раза в нихуя, блядь! Блядь, сука, эти долбоёбы по мне только стреляют! Ебучий, сука, карнаж, блядь, пидор нахуй! Сука, жаль, он меня не понимает, блядь!
Мы и так, сука, по майхам стираем, они, блядь, втроем идут захваты. Этот-то долбоебина, блядь, стоит, дрочит. Он, блядь, к нему боком идет, блядь. Стреляй, не хочу, сука, блядь, убивай с двух выстрелов. Мне тут ждет, пока, сука, поднимется, блядь, этот ебаный галахат. Да, галахат. Блядь, не русская пидораска, блядь, иностранная, пиндосия, блядь. Или там, сука, узкоглазая хуйня, непонятно, блядь. Ебущий Ира, блядь. Блядь, какая хуйня его убила, если, блядь, я по нему один стрелял, блядь. Так, еще один бой запишу, блядь. И все, нахуй эту. Тест. Заебал. Нихуя как на центре маяк. Анимация, блядь. Так, ну опять же начну с патана, потому что патаны на тесте нагибают на молотах. А, нихуя врагов не видно, прикиньте, да? Ой, видно. Но все-таки я хочу попробовать ебаного Шульца. Ну, в принципе, он ебаный, но, блядь, на ебаном этом тесте. Сука, вроде ебаный. Ну, прицел мне нравится, как работает. Блядь, заебись. Сука, у меня уже перезарядка пошла. Он там напанчивает. Он напанчивает тоже какой-то хуя смысл. Так, эта хуйня там походу на этой, на рыбе, на чем-то с этими дрочами, блядь. Блядь, блядь. Блядь, он, сука, только на меня повернулся, блядь, сразу мне минус, блядь, молот, нахуй. Тут же, ебать, только повернулась мразь эта, блядь. Сука, он, блядь, там хули дрочит это. Пиздец, как драконик, это ебаная гидра, блядь. Вот, смотрите, пиздец, блядь, на меня нахуй. Тыщ, 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 блядь. Ну-ка, сука, он что, на пауке на ебаном, да, блядь? Сука, гнида, нахуй. Мне добежать до него. Я там, сука, устроил, блядь, гидра шоу, нахуй. А, про представление, блядь. Блядь, их там трое, блядь, вот не пройти только. Вот что плохо. Сейчас вот мне паучок помог. Thank you.
ну, сука, ну пилеру опять повезло, ебаному, блядь. Сука, как меня пилеры ебаные заебали, блядь. Сука, я только подбежал, все, убивай пилера, сука, который на ебучих, блядь, этих бирачах, блядь. Нет, только эта хуйня, блядь, меня тут же скосило, блядь. Блядь, сука, везет, сука, ебаном, блядь, тупорылым в этой игре, блядь, конченый. Придется еще один бой играть, ебал я в рот, блядь, так заканчивать, нахуй. Блядь, только на шульце хотел, блядь, что-то сделать нормально. Какого хуя опять не играть в убил? Я, сука, один по нему стрелял. Кто еще по нему стрелял, бля? Арканами, тем более, бля. Которые стоковые, у которых урона нет. У меня тут самый максимальный урон, бля. Ебучая игра, бля. Это я его убил, блядь. Да пиздец, заебали! Везучие уроды, нахуй! Нхай, нхай! Действительно нхай! Нахуй ты, блядь, а не нхай, блядь! Грандон, сука! Опять не я его убил! Да как его Магнум может убить, сука, он стоковый, блядь! У меня 4, блядь, топовых ебаных молота, которые должны убивать, блядь, когда мой хп у них остается, блядь. 194к урона, ебать. Охуеть, блядь, я на суботах один почти играл. Я, блядь... Пиздец, блядь. А ты знал, что в конце теста бомбить меня будет, блядь, это всегда так. Блядь, не выношу хуйни, блядь, этой. Ох. Давай, блядь, находи уже на игроков. Да сейчас успокойся, успею, блядь, и усну, пока этот поиск идет. Вот у меня, блин, два варианта, как я играю. Или я, сука, играю спокойно и молча, играю неспокойно, блин, и с матами. Не молча, точнее, и с матами. Ну, собственно, неспокойно получается. Ну, давай, пацан, на молотах убивайся. Блин, я хочу на короткой карте, блядь, на маленькой Медведсити. Ёбаного, блядь, чульца. Все стоковые, блядь, в принципе. Должно быть заебись. Да пошел ты нахуй, сука, дебилой, стреляй. Сука, ебаная лазерная мразь какая-то, а? Нихуя только лазер, нихуя смотрит. Это что за пидор, а? Ну, блядь, пострелять не в кого своими, блядь, указками ебаными, блядь. Где, сука, эта хуйня с указками, блядь, пиздец урон, видите, как долго проходит, я шатал.
Ай, блядь, походу. Блядь, ты тут не попробовать никак. Слушай, ну похуй. Похуй пляшем. Да просто, сука, встаньте, блядь, только он на яйца делает. Блядь, ебать там, сука, за доты. Не пойти никак. Блядь, и конечно, сука, в меня! Из всех целей, блядь, в меня! Блядь, как заебал. Почему урон не проходит? Блядь, вы ебанутые, блядь, что ли? Сука, какого хуя урон не проходит, блядь? Нахуй, блядь, этого Шульца, нахуй этот тест. Все, в пизду. Этого пидора, блядь, кентера ебаного убить только и все, блядь. Я не буду больше ничего снимать. Блядь, конченая тварь, блядь. Правильно, еби, блядь, сука, эту пидоросню, блядь. Купил, блядь, фуру, сука, камни, блядь, тестит. Ну, блядь, лучше, чем... Блядь, дайте мне его въебать уже, а. Я, блядь, не усну, если его не въебу, блядь, пидор это. Почему, блядь, зашкерилась ебаная, блядь? Вот, блядь, еще, сука, самоуничтожилась. А нахуй, блядь, твой щит, блядь, табоссан. Стой, блядь, против стоповых молотов, блядь, заебись, мне нравится. Давай, иди сюда. Э, блядь. Сюда сказал иди. Ничего ебаный. Так, вот, в общем, такой тест. Ой, не знаю, может, следующих, завтра, допустим, или сегодня, после того, как они закроют тест и вечером откроют, может, что-то изменят, тогда выпущу еще видосик. Вот так. Так вот, пока такой тест, блядь, через жопу сделанный, где, блядь, одни молоты в топе, и все. Ну, правда, не все пухи за голду смотрел, потому что бабосов не хватило. Ладно, в общем, все. До встречи в новых видео. И побольше вам спокойствия. Мне тоже.